Замминистра здравоохранения Киргизии Жаладин Рахматуллаев заявил, что во время вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе погиб 31 киргиз, в том числе и один ребенок. Как передает канал 13, по его словам, за медицинской помощью обратились 154 человека. До этого президент Киргизии Садыр Жарапов выразил свои соболезнования родственникам погибших в конфликте на границе с Таджикистаном, а также пообещал помощь пострадавшим. 28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределения пункта Головной, который таджикская сторона считает своей территорией, а киргизская — спорной. Я тайга, буда, буда, я тайга, если шахматный, буда, шай, айсус, буда, я тайга, 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 я т